Всем привет, ребята! Как мы знаем, в том году был представлен концептуальный Motorola Razr 2019 с гибким экраном. И все люди сразу же обратили на компанию Motorola. Так вот, компания решила не останавливаться на этом и совсем недавно представила полноценный флагман в привычном форм-факторе под названием Motorola Edge Plus. Данный телефон получился очень необычным и футуристичным, но самое главное, характеристики у него совсем не детские. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Сердцем смартфона выступает мощный, энергоэффективный Snapdragon 865, который поддерживает 5G, который позволит разгонять скорость загрузки до 4 ГБ в секунду. Также смартфон будет поддерживать Wi-Fi 6. Смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти последнего поколения LPDDR5, накопитель на 256 ГБ стандарта 3.0. Раньше компания Motorola славилась тем, что звук в их девайсах был просто великолепный. В данном смартфоне решили не экономить на этом. У смартфона два стереодинамика на торцах. Motorola Edge Plus будет самым громким смартфоном, и его громкость выше на 60%, чем у других конкурентов. Motorola Edge Plus будет выдавать около 140 дБ. Но как удалось достичь этого, просто компания привлекла стороннюю музыкальную студию высоких профессионалов. Так вот, они там настроили звучание как нужно. Разъем 3,5 мм есть. Он расположен на верхнем торце смартфона. Motorola Edge Plus получил AMOLED-экран размером 6,7 дюйма с загнутыми на 90 градусов краями а-ля водопад. Соотношение сторон 21 на 9. Частота обновления 90 Гц. Экран поддерживает HDR10+, а также у него будет цветность 10 бит. Смартфон сможет отображать более миллиарда цветов, в то время как обычно экраны показывают всего 60 миллионов. Батарея смартфона представлена на 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку, беспроводную зарядку, а также его можно использовать для зарядки других гаджетов. Камера мега крута, основной сенсор на 108 мегапиксель. Одна из изюминок камеры — продвинутая стабилизация при видеосъемке. Имеется трехкратный оптический зум, есть ТОВ 3D сенсор и продвинутый режим макросъемки. 108 мегапиксель сжимает пиксели 4 в 1. Таким образом, кадры получаются на 27 мегапиксель. Есть функция видеопортрета, то есть можно будет размывать фон при съемке видео. Ну что же, ребята, когда вы первый раз смотрите на данный смартфон, у вас возникает эффект вау. Потому что, как мы знаем, Motorola с каждым годом, как мы видим, выпускает просто лучше и лучше смартфоны. Скоро, на мой взгляд, я надеюсь, они будут конкурировать с компанией Samsung, Apple и так далее, Xiaomi. Но, конечно, это может произойти, может и нет. Но, как мы видим, Edge Plus получился очень добротным и очень качественным смартфоном. Конечно, его цена оставляет желать лучшего, но все же, ребята, если вы фанат Motorola, пожалуйста, покупаем данный телефон и пользуемся. Тем более у него тут установлено все самое топовое. То есть камера топовая, звук топовый, экран топовый. Все, на мой взгляд, есть, что нужно нам для жизни. Ну что же, ребята, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!